Здравствуйте. Можно вас? Можно вас? Откройте, пожалуйста. И у вас тоже документов нет? Русский язык будем учить? Нет, не будем. Документы ваши могу увидеть? Ну вы не врите, вы по-русски все понимаете. Хорошо разговариваете. А? Ну да, смотри. С какой целью? Здесь с какой целью находитесь? Девушки, я не слышу ответа. С какой целью вы здесь находитесь, в городе Кангисеппе? Я пользуюсь Евой. А? Я пользуюсь Ева. С какой целью находитесь в городе Кангисеппе? Я свободно разговариваю. А? Джилета. С какой целью ты везешь? Я не слышу ответа, девушки. То, что не Сейчас я тогда вызываю хозяйку, да, сюда? Хозяйку дома вызывать? Без понятия. Кто тут хозяин, кто тут что. Вот как здесь? Пригласили нас сюда, так мы приехали час назад сюда. Кто пригласил? Друзья. Может, позвоним друзьям, пусть подъедут. В курсе, что проведена закупочное мероприятие. Поверочная закупка. В ходе которой вами были получены деньги в сумме 5000 рублей. Деньги, полученные вами от молодых людей за оказание интимных сотрудничеств, не платят? Не знаю, да? Хорошо. Будем искать, значит. Кто у вас администратор? Администратора у нас тоже нет. Тоже нет. Ну вы здесь сами видите администратора. Пригласили нас сюда в гости. Все, отдыхать. Мы отдыхаем. С кем? С людьми. Кто приходит к нам в гости. Кто к вам пришел в гости? Где познакомились, когда? Как встретились? Чем быстрее до вас это дойдет, тем быстрее мы отсюда, и вот эта фотосессия ваша закончится. Вы все задерживаете, поэтому... Как вас зовут? Мы кингисеппские полицейские, с нами вопросы никак не решаются. Ваш это рюкзак? Это мой что рюкзак, там? Мои вещи. Я не могу хранить презервативы у себя. Можете, можете, абсолютно это ваше право. Ширатов, вы девчонки выдаете, желудки портите. Футболка. Угу. Ваша? Моя. Штаны. Мои. Трусики еще. А, еще. $350
консультации на телефон. Ваш коллега. Наш коллега? Оборочен в погонах. Коллеги такой ерундой занимаются, интересно, да? Полпина? Из где? В Санкт-Петербурге. Полинобласть. Вы это, как зовут? Выложу, хорошо сюда. Он дает вам консультации, как правильно отдыхать. Иванов. Я не знаю, как его зовут. Для меня он Василий Иванов. Нет, а для чего? Интересуется, как вы отдыхаете? Или это какой-то личный юридический сопроводитель по всем вопросам? Друг семьи, адвокат. Деньги, которые ты получила от граждан. Деньги я тоже не знала. Куда ты их делала? Никуда я их не девала. Куда ты их делала? Они были оставлены на столе. В каком? Тут. Вот здесь? Да. И отсюда они пропали? Да. Каким образом? Не знаю. Вы не сходил. Вам, наверное, обратно в Колпино хочется отдыхать. Может быть, есть какие-то претензии к их работе, или они что-то неправильно делают? Меня же что, интервью берете, что ли? Сегодня вы наша телезвезда. Я без адвоката не буду с вами разговаривать. Вы хозяин? Да. Мы встречались. Как зовут ее? Я не помню, у меня имена плохая. Помню. А где встречались? В Санкт-Петербурге. С Евой где? У метро? Познакомились? Я. Наш мужчина, скажем. Почему родители? Ну, то это ко мне. Почему именно сюда? Почему именно сюда? Вспомни. Предложил отдохнуть в Кингисеппе. Вот мы отдыхаем. А где вы с каким образом отдыхаете? Таксисты. А сам он куда делся? Привез и уехал. Оставил нас тут. На каких условиях он здесь оставил? Отдохнуть. Выспаться на природе. За такую плату там или что? Или просто благодетель он? Благодетель. А вы что вы здесь делаете? Где собственник-то, который вас сюда пригласил отдохнуть? С которым вы давно уже знакомы, таксист. Где он? Я не знаю, где он. В Питере, наверное. Телефон. В Питере, наверное. Вы с ним знакомы. Вы звоните, пусть едет, нам будем общаться. Ваши документы где находятся? В Колпино. Поэтому пока у вас нету ваших личных документов, вы... Ты сказал, что все должно быть открыто. Для журналистики, для... вот не наша прихоть, вот вы тут такие красивые приехали. Работать, ребята. Ты на!